Зоя Кудрявцева нашла способ. Она худела под контролем. Итак, казалось бы, нормальный вес 65 килограммов совсем не устраивал девушку. Навязчивая идея похудеть родилась после неудачной шутки друзей. Недовольство собой и постоянные депрессии. Зоя твердо решила – надо худеть. И уже за 2 месяца она сбросила 10 килограммов. А теперь я встаю на свои любимые весы, теперь я их обожаю. Раньше просто терпеть не могла, меня не заставишь. Нельзя было заставить туда встать. А теперь вот 55 килограмм, как обычно, вес задержался на той планке, на которой я всегда мечтала.